Здравствуйте, друзья! Сегодня нам предстоит небольшой такой тур на катерочке вдоль берега с заходом в какие-то пещерки там и так далее. Здесь есть две компании, которые делают такие туры. Одни идут на север, вот мы на нем сейчас пойдем, другие идут на юг. Все они так работают, что есть какие-то точки, где они останавливаются, и поскольку катера идут раз в час, то можно там побыть на месте и уехать на следующем. Тот, на который мы сейчас сядем, у него одна такая точка, а тот, что идет на юг, у него таких точек много. И там шопинг, рестораны, пляжи, все дела. И вот можно там день с 10 утра до 4 часов дня, можно вот так куролесить, можно сказать. Стоит, ну вот, тот, который с одной остановки 16 евро, а тот, который с там, 4-5, тот стоит 23. Вы видите, друзья, как катерок приближается к берегу, и вы можете спросить себя, а где же тут пристань, какая, как вообще на него заскочить? Вот, а он хитро сейчас поступит, он подплывет к песочку, вот у вас на глазах подплывет. И на носу у него такая лестница, ну как трап такой, да? Вот, и он этим трапом бах на песочек. Единственное, что нам придется пройтись по этому песочку. Вот у нас тут со Светой дискуссия была, можно ли это считать крупным песочком или правильно считать это мелкой галькой. Ну, вот это вам на усмотрение. Вот смотрите, вот он идет, идет, родной, идет. Видно, дно такое совсем плоское. Да, у него в дне там стекло. Ну или, может, не стекло, но прозрачный материал. И с помощью этого, значит, хозяйства мы сможем видеть, что там делается под катером. Сейчас посмотрим. Давайте, раз. Вот так вот, можно сказать, незамысловато все работает. Вот мы с новой, только что занятой позиции снимаем. Может быть, потряхивает немножко камеру, я извиняюсь. И качка, и вибрация. Движемся на другую сторону. Окей. Вот так выглядит берег. А вот так выглядит водичка. Сегодня немножко штормит. Чуть-чуть. Если в первые дни был полный штиль у нас тут, то сейчас немножко так. Вот, друзья, Светлана хочет поделиться впечатлениями. Есть впечатления? Впечатления шикарные вообще. Погода дивная. Хотя сегодня ночью была немножко ураган и буря, и шел дождь. Но сейчас прохладненькая погода, дивная совершенно. Вода потрясающая. Вода просвечивается до самого дна. То есть мы фактически будем смотреть, как там плавают рыбы всякие. Вот тут. Ну, пока что не очень что-то видно, но что-то. Вот. Видно, что чистая вода. Ну, относительно. Когда мы уже поплывем, тогда посмотрим, что там будет. Ну что, друзья, теперь мы другой камерой работаем. Можем наводить на объекты, но болтанка тут присутствует, поэтому наводи, не наводи. Светик, что ты скажешь нам? Я хочу сказать, что этот корабль эксплуатирует совершенно уникальную возможность при наличии вот такой прозрачной воды. Видишь, что тут творится. Вот мы на донышке. Мы только что замедлили ход. Здесь довольно-таки глубоко. Вот сейчас немножко прибавили, качает сильно. И тут все видно, что под кораблем происходит. И видны прям скалы, рыбешки. И такая видимость вообще потрясающая. Да, на большом приближении к дну был, да. И там, может быть, на глубине там полметра, и там какие-то заросшие мхом. Да. Пока что вот так идем. Видите, волна небольшая, брызги. Когда мы смотрели, как катер подплывает к берегу, ну или точнее так, на подступу, то мотало его «будь здоров». И, в общем, мы подумали, это что за болтанка такая будет. Но посмотрим. Поездка наша рассчитана на 1 час, если нигде не выходить.
болтает. Ой, болтает. Мы не перекинемся. Надо спасательных кругов. Нет кругов? Друзья, кругов спасательных у нас нет, но мы умеем немножко плавать. Да, хотя вода холодная. Очень холодная вода, градусов 15-16 такая вот. Ой-ой-ой. Так, хорошо, что есть ручка. Я вот за ручку держусь и снимаю фактически с носа нашего суденышка. Такое ощущение, что там сейчас куда-то в грот какой-то мы заплывем. В пещеру. Нет, вроде. Вроде не очень. Да, друзья, становится хорошо ясно, что рыбачить смысла нет. Рыба просто нулёк какая-то. Малёк. Видимо, он специально заходит в такие места, где помельче. Мы продолжаем движение, друзья. Лишние брызги нашей оптики скромные не нужны. Движемся. Да, столько было тихих дней. А мы пошли в плавание как раз, когда тихие денечки-то закончились. Продолжаем движение. Вы видите, там такие гроты, они в большом количестве присутствуют. На нашем туре много деток, они разного возраста, и они с любопытством смотрят вот через дно на разные там камушки замшелые. Вот. Но я, честно сказать, не впечатлен тем, что видно на дне, а мне больше вот хочется вам показать вот эту красоту. Как вам, друзья? Конечно, можно сказать, скалы, они есть скалы, что там. Это правда. А вот наверху, знаете, как строились там. Постройки-то изумительно. Прям как родные. Возникает вопрос, как добраться туда. Ну, наверное, добираются раз так. Раз стоят.
чувствуется, мы в еще одну такую пещерку заходим. У меня такое ощущение, что заходим мы так все больше для того, чтобы к дну приблизиться и глянуть, что там есть. Сейчас посмотрим. Мы 40 минут идем в одну сторону и 20 минут идем обратным ходом, поскольку на пути туда мы куда-то вот все время заползаем, а на пути обратно уже не будем. Да, тут можно еще проплыть так. Особенно если не на таком большом судне, а поменьше. Там есть ресурс. Ну, собственно, уже ресурс исчерпан. Дальше там особо некуда. Не знаю, много ли вам видно тут в темноте. Вышли мы из грота. Продолжаем движение. Пляжик впереди. Смотрите, какой симпатичный. Ветерочки стоят. Да, я чувствую серьезное намерение нашего плавательного средства припарковаться здесь. Что называется отдать? Ой, что называется отдать швартовы? Да, практически безлюдный пляж. Какая-то цивилизация там присутствует. И вот три человека явно хотят к нам на катер. Вот, друзья, одни мы со Светой и остались. Никто просто так тут не ездит. Все хотят хотя бы часок, да, провести на бережку. Меня удивляет, откуда вот эти трое здесь взялись, которые хотят сесть. Потому что это первый рейс сегодня. Наш рейс сегодня первый. Ну да, может быть, они тут живут где-то в пансионате, да. Там на макушке стоят, видела, да? Вот там стоят очень красиво. Они к нам хотят приехать. Они хотят к нам, а мы только за. Мы не против. Наше плавание, друзья, переходит в совершенно другую фазу. Мы буквально подперли назад. Ну, нам теперь быстро нужно за 20 минут вернуться в точку, так сказать, исходную. Никуда больше мы не заходим, а так вот. Я не знаю, насколько вы чувствуете болтанку, потому что я частично амортизирую это своей рукой. Но вот давайте я так покажу. Вот. Катерок наш качает. Светочка, что ты делаешь там? Скажи громко. Мы немножко пофотографировали. Да. Ладно, друзья, посмотрим. Если что-то такое яркое попадется, я еще поснимаю. А так мы, в принципе, можно сказать, что выполнили свою съемочную функцию сегодня.